Привет, с вами Роза Кошкина, вы смотрите канал Монстряшки Лайк. Я отсылаю это видео на конкурс «Откупи ребенку». На конкурс «Рукодельный креативный конкурс». Мы с настоящим Аленой Кузнецовой. И по правилам надо было сделать питомца для персонажа или из «Монстрыха», или из «Ever After High». Я выбрала из «Монстрыха», потому что «Ever After High» мне, конечно, нравится, но у меня не очень. Я сделала для Купидона животное. Оно очень необычное, не похоже ни на какие. Это даже животное, зверем таким назвать нельзя. Это сердечко с крылышками. Оно умеет летать. У этого сердечко очень интересная история. Мы увидим потом. Вот такое сердечко прикольное. Оно очень милое. Мне очень тяжело было его делать, надеюсь, вы оцените. Оно очень странное, потому что это сердце монстра. Оно умеет разговаривать, но, конечно, если смотреть это, как придумать мультики. На самом деле оно не разговаривает. И оно летает. Ну, не летает на самом деле. У нее есть прикольные крылышки, носик в виде сердечка и зашитый ротик. Даже глаза у него в форме сердечек. Розовый зрачок. Очень такой миленький. Тут сделан в виде цветочков. Потому что на самом деле у него оторваны вот эти все части. И это, и вот этот, вот это, и все это соединяет, вот это цветочки соединяют все части. И это превращается в одно сердечко. Он очень милый, мне он очень нравится. Крылышки вот как устроены. На очень важный день сегодня. Ты должен выглядеть так, чтобы ни одна женщина не стояла. Такая очень милая зверушка. Да. Любик. А теперь я покажу вам для него анкету. Такая милая анкета. Такая анкета. Кто тут есть три наклейки. Это животная лагуна, животное Клео, дальше сердечко Венеры. И также я наклеила и вырезала из журнала вот такую картинку, там где Клодин из «Колеса 1600» и Эбби Базовый. Она держит такие подарок. Тут можно увидеть два сердечка. Они разные. Сейчас я прочитаю вам эту интересную анкету. Пока что смотрите на моего Любика. Животное Купидона. Имя зверя Любик. Хозяин Купидон. Увлечение Любика. Любик любит летать по небесам со своей хозяйкой Купидоном. Любимая еда Любика — это клубника и земляника. Любимый цвет Любика — это розовый, красный, белый. Тайна у него очень интересная. Любик – это второе сердце Купидона. Просто он вылез, так сказать, из Купидона. И он хорошо с внутри части. И вот по моему сценарию все эти части брала Купидон и сделала одно сердце. Это превратилось в одно животное. Она с ним играет, он разговаривает с ней. И это вообще не живот ни на кого похоже. Не вообще ни на кого. Еще такая маленькая достоинство. Он очень мягкий. Он шит мной самой. Мне эта мама вообще не помогала ни с чем. Шить все сама, все делала я. Очень миленький. Очень странный, но очень миленький. Хочу поблагодарить за то, что разрешил мне встречаться с вами. Вы смотрели канал Монстряшки Лайк. И с вами была Алена Кузнецова, мое настоящее имя. Вы смотрели канал Монстряшки Лайк. Ставьте лайк и участвуйте в конкурсе «Откупи ребенка ТВ». Ждите второй части. Она будет в субботу. Я создам еще второго для Лагуны. Всем пока. И Любик вам тоже говорит. Пока, друзья. Смотрите канал Монстряшки Лайк.